Самый большой, значит, самый лучший. Именно так говорят про бассейн Запсиба вице-тренеры и спортсмены, которые здесь занимаются. Единственный в Новокузнецке комплекс, в котором есть 50-метровые дорожки, пользуется завидной популярностью как у простых любителей водной стихии, так и профессионалов. В момент нашей съемки в Запсибовце проходил чемпионат Сибири по плаванию среди взрослых. В этом году, в октябре месяце, как никогда, мы рады были приветствовать участников со всего сибирского региона. И количество участников, по данным судейской коллегии, более 300 человек. Принимать турниры такого уровня для запсибовцев и его работников занятие уже привычное. Пловцам из других регионов организация соревнований и занятий здесь настолько нравится, что нередко по возвращении домой они собирают вещи и переезжают в южную столицу Кузбасса. Многие приезжали из Красноярского края, из Сибирской области, они у нас здесь учились в училище Олимпийского резерва и занимались у нас здесь бассейном. Этот бассейн пользуется очень большим авторитетом у спортсменов, у тренеров нашего региона, потому что все к нам едут с удовольствием. Особое внимание в Запсибовце уделяют контролю за качеством воды. Сотрудники местной лаборатории несколько раз в день берут пробы жидкости из большой чаши и отслеживают уровень различных веществ. Вода у нас соответствует стандарту и всем санитарным правилам и нормам, все соответствует. Нас контролирует постоянно санэпидстанция, берут анализ на посевы. Если какие-то мостовки не скуплены, то производится переочистка воды. И опять берутся анализы повторно. Пока не будут положительные анализы, только тогда бассейн открывается. Для самых маленьких спортсменов, которым в глубоком бассейне заниматься еще рано, в Запсибовце есть специальная так называемая «малая ванна». Здесь ребятам помогут освоить азы техники плавания, как следует привыкнуть к стихии, и через некоторое время дети будут полностью готовы перейти на основную воду. Ребятишки на малую ванну приходят у нас с 5 лет и до 7 лет. Потом они, когда уже подрастают, 7 лет, они идут, уже научившись плавать, идут на большую ванну. Помимо плавательных секций, в Запсибовце есть небольшое помещение для игровых видов спорта, два зала для фитнеса, а также один тренажерный. Они, как и весь бассейн, открыты для посетителей 7 дней в неделю с 9 часов утра до 9 вечера.